В Украине уникальная ситуация, связанная с тем, что очень многие люди лично, хорошо и давно знакомы с президентом Владимиром Зеленским, но совершенно в другом амплуа. Каким он тебе запомнился? Уверенным в себе. Тогда? Да, тогда. С хорошим чувством юмора и в жизни. Очень четким, очень конкретным, хорошим менеджером. Человеком, который может все вокруг очень быстро разрулить и очень правильно, и очень грамотно. Ну вот в том, как он сейчас себя ведет, тебя что-то удивляет? Нет, это поражает. Это восторг. Я просто понимаю, что какой силы этот человек и какие испытания выпали на его судьбу.